The topics in this course build one upon the other. В этом курсе мы хотим одну тему основывать на предыдущей теме и так дальше. One of the things that was mentioned last night is that character is greater than gifting. Что характер это очень важно. Это характер важнее, чем дарование. Integrity и целостность характера is much greater than the using gifts that God gives us. Намного больше, чем использование тех даров, которые Бог дал нам. As it says in 1 Corinthians 13:2. Как в 1 Коринфянам 13:2 сказано. If we have the gift of prophecy, если у нас дар пророчества, and understand all mysteries and all knowledge, мы понимаем все тайны, у нас есть все познание, but have not love, но у нас нет любви, we are nothing. То мы ничто. We want to start tonight with some of the most important topics in the whole course. И сегодня мы начнем с одной из самых важных тем в этом курсе. On page 12. На 12-й странице. 12-я страница учебника. Public and private victories. Публичные и личные победы. There will be no consistent public victories in our lives. И что мы знаем, что в нашей жизни постоянно проходят личные победы. Without a history of consistent private victories. Again, said first part. There aren't public victories. There will be no consistent public victories. Не будет постоянных публичных побед без постоянных личных побед. When we watch the football players win the World Cup. Когда мы смотрим по телевизору футбольные матчи, кубок футбольного. When we watch the Olympic athletes win the gold medal. Или же Олимпийские игры. They stand on the podium. И когда спортсмены уже становятся на этот пьедестал, they're admired and honored. То они получают весь почет и все восхищение. That's a public victory. Это публичная победа. It brings them great glory. И это приносит им славу, большую славу. But was it by chance? Did it just happen? Но было ли это так случайно, просто случай? No, in truth, those public victories are won on the practice field. Нет, на самом деле эти публичные победы были на основании личных побед. Day after day after day of practicing the basics. День за днём, постоянная практика, тренировка. Not very glorious. И это не очень славно постоянно это делать. But that determined how they finished. Но именно это определило то, как они завершили игру. Как они пришли к финишу. It's the day-to-day acts of obedience to the Lord. Это ежедневное послушание Богу. The small acts of obedience. Каждый раз немножко послушания, то есть немножко понемножку послушания. That determine how far we go. И что определяет, насколько далеко мы пойдем. And that will determine if we reach our destiny. И определяет, достигнем ли мы нашей судьбы. God wants to take us to higher heights. И Бог хочет нас довести к самым высоким высотам, дальним высотам. But if we don't pass the daily tests, если мы не проходим, не сдаем каждодневные экзамены, we end up going around the mountain, то в конце концов мы будем ходить вокруг горы, instead of up the mountain. Вместо того, чтобы подняться на гору. A history of private failures, и история личных неудач, will set us up to live in a lifestyle and atmosphere of fear. Из-за постоянных личных неудач мы будем жить в страхе. Because as we have a history of failing, если у нас есть такая постоянная запись или список наших неудач, поражений, we will soon expect to fail. То вскоре мы будем уже ожидать, что следующая будет неудача. And we may feel like giving up. И мы будем чувствовать, что будем надо сдаться. Because why try if we're just going to fail? Зачем вообще пытаться, если у нас ничего не получится? The private victories that we need to win every day. Личные победы, которые нам следует одерживать каждый день. Are the things like, do we respond to our family members in forgiveness?
Например, прощаем ли мы членов своих семей? Instead of resentment and holding grudges. А вместо того, и как бы не держим на них зла и не мстим. When our employer is unreasonable. Или же когда наши работодатели по неоправданным причинам. Do we still respond in a servant's heart? И также выступает, и мы все же откликаемся со сердцем слуги. In kindness and not in anger. И с добротой и не с гневом. Those are the day-to-day private victories we must win. Все это каждодневные победы, которые нам следует приобрести. Those are the sands, the little pebbles that build a concrete, solid foundation. Это песок, это маленькие камешки, которые лежат в основании, в самом основании. Without those private victories, без этих личных побед, we will have no foundation, не будет основания, to withstand the weight of the public victories. Не будет основания, чтобы нести на себе весь груз личных или публичной победы. That's why in your diagram, это на вашей диаграмме есть. The triangle of private victories, это треугольник личных побед, is much larger than a circle of public victories. Намного больше круга публичной победы. A history of private victories, и ваша история личных побед, in the day-to-day walk of our lives, и наша ежедневная жизнь, will set us to live in a lifestyle that expects victory. В результате чего мы будем жить так, что мы будем ожидать следующей победы. Do you remember what David said to King Saul? Помните ли, что Давид сказал царю Саулу? When he was about to go out and fight Goliath, перед тем, как идти и бороться против Голиафа, he said, "The God of Israel that delivered me from the lion and the bear." Он сказал, тот Бог Израиля, который избавил меня от льва и от медведя, will also deliver me from this Philistine. Также избавит меня от этого филистимлянина. He is no different than they were. И поскольку никакой разницы между ним нет и предыдущими противниками. How did David have that confidence? Как он развил такую уверенность? To be able to face Goliath. Способность встретиться с Голиафом. Without any doubt that he would defeat him. Вообще без какого-то сомнения в том, что он его сможет победить. It was because when no one was looking. Это из-за того, что когда в те времена, когда никто его не видел. He defeated the lion and the bear. Он победил, поразил медведя, льва. The things that matter most. Again. The things that matter most in our in our daily walk. Что имеет самое большое значение в нашей ежедневной жизни? Are not the glorious victories that we win. Это не те такие славнейшие победы. But it's the daily obedience, the daily obedience to the promptings of the Holy Spirit. Это каждодневное послушание увещеванием Духа Святого. That make those public victories possible. И в результате чего эти публичные победы становятся возможными, реальными. So the most important thing that we can do is decide even now. И поэтому что самое важное мы можем решить сделать даже сейчас. To be responsible for every thought. Быть ответственным за каждую мысль. Every attitude. За каждое отношение. Every action. За каждое действие, поступок. And every word. И за каждое слово. And this is in Matthew 12. И это также можно найти в Матфея 12. Jesus said that we would give account for every single word that we speak. Когда Иисус говорит, что мы дадим отчет за каждое слово, которое произносим. Let's bow our heads. Давайте склоним наши головы. Can we make a commitment even now? Чтобы мы сделали посвящение, решение даже сейчас. To pave the way for the public victories God wants to take us to. Это приготавливать путь к этим публичным победам, которые хочет для нас Бог. Like making a commitment. Чтобы мы были посвященными. As God is with us and helps us. И что Бог с нами будет, и Он будет помогать нам. To obey every prompting. Слушаться каждому Его наставлению, увещеванию. That the Holy Spirit gives us to obey Him.
и чтобы мы слушались Его, когда Он дает нам это. If you are willing to do that as God helps you, could you raise your hand and just lower it again? И если вы хотите это делать, то просто поднимите руку свою. Lord God, Господь Бог, you've seen our hearts. Ты, Господь, видишь наше сердце. And we know that we cannot do this without your help. И мы знаем, что мы не можем этого сделать без твоей помощи. We ask you, мы просим тебя, to give us the grace, дать нам благодать. To win the day-to-day public, excuse me, day-to-day private victories. Побеждать в каждодневных личных битвах и одержать победу. That are necessary. И что это необходимо. For you to take us to our public victories. Для того, чтобы ты нас привел к публичным победам. For you to take us to our destiny. И чтобы ты привел нас к нашей судьбе. We realize that our job is to obey you. Day to day today. И мы осознаем, что наша задача слушаться тебя день ото дня, день ото дня. If we obey you in the small things, и если мы будем слушаться тебя в малом, you will take care of the large things. То ты позаботишься о большем. You will take care of the big victories. И ты позаботишься о больших победах. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. In Matthew 6, verse 5, Матфея 6, 5 стих. Also Matthew 6, 4. И также 6, 4. 6. 6 стих. And 18. И 18. Jesus talks about things that we do in secret. Иисус говорит о том, что мы делаем в тайне. If we pray in secret. Когда мы, если мы молимся в тайне. If we give in secret. Если мы даем в тайне. And if we fast in secret, и если мы постимся в тайне, God will reward us openly. То Бог вознаградит нас открыто. Those are examples of the private victories. Вот это примеры личных побед. That Jesus wants us to be obedient to. Иисус хочет, чтобы мы этому следовали, были послушны в этом. And so it's not something we brag about. Это не то, о чем мы хвастаемся. It's just between us and God. Это остается между нами и Богом. Private victories inspire the growth of faith in our lives. И личные победы поощряют рост веры в нашей жизни. There can be no consistent public victories. И невозможно иметь постоянных публичных побед. Without a history of consistent private victories. Без истории последовательных личных побед. As Pastor said, do we want to get to the point where God can use us? И как пастор сказал, хотим ли мы дойти до того момента, чтобы Бог использовал нас? To speak words to people. Говорить слово людям, говорить слова людям. That will minister to the deepest needs of their heart. И в результате чего это будет служить самым глубочайшим нуждам их сердца. This whole course. И весь этот курс. Is on the art of hearing God. Это не только искусство слышать Бога. If we harden our hearts, и если мы ожесточим наше сердце, and refuse to obey the small promptings of the Holy Spirit, и откажемся слушать даже самые маленькие увещевания от Духа Святого, we'll never get to that point. Мы даже никогда не сможем дойти до того пункта, to be able to hear Him, слышать Его, on the street to minister to people, и служить людям на улицах. We were in a restaurant. We were in a restaurant, and we're finished with our meal. Мы были в ресторане уже после нашего приема пищи. And this was back in Texas. Это было в Техасе. And someone at our table looked at the waitress and said, "You look like you need some encouragement." И там, кто сидел за нашим столом, посмотрел на официантку и говорит, девушка, вам нужно ободрение какое-то. And so, as I looked at the waitress, I asked the Lord if there was anything that he would like to say to her. И когда я смотрел на официантку, я спрашивал Бога, что ты хотел бы сказать ей? And I got the impression that there was something in her life that was tangled up. I saw in my spirit just a tangle of something. И у меня такое создалось впечатление, в духе я увидел, что как какие-то узлы были, то есть какие-то соединения, переплетения. And I asked the waitress if there was something in her life that was tangled up.
И я спросила ее, есть ли в ее жизни что-то переплетено, связано, соединено. And tears immediately came to her eyes. Сразу у нее появились слезы на глазах. And she said, "Yes, I'm going through a very rough time." И она говорит, да, у меня очень трудное время сейчас. My husband and I are in the middle of a divorce, and it is very bad. Поскольку мы с мужем уже готовы вот-вот развестись, и ситуация очень сложная. And so, because I was listening to the Holy Spirit, и поскольку я слушал Духа Святого, we were able to pray and minister. Мы смогли молиться и служить. To the waitress right there in the restaurant. It's официантке это прямо там в ресторане. And that's what we want to do in this class: become more sensitive to hearing the voice of God. И это же мы хотим сделать в этом классе: стать более чувствительным к голосу Бога. So that we can let Christ live through us. Чтобы позволить Христу жить через нас. And speak through us to minister to others. И говорить через нас, и чтобы он мог служить через нас другим. As we become more sensitive to hear his voice. И все это происходит по мере того, как мы более чувствительны к его голосу. In order to do that, и чтобы так сделать, we must win the private victories. Нам нужно одержать личные победы. The little promptings day to day from the Holy Spirit. Эти маленькие тихие голоса, увещевания от Духа Святого каждый день. On page 13. И 13-я страница. You have a reading assignment. Там есть задание для чтения. We're not going to go over this question by question. Мы не будем подробно каждый вопрос рассматривать. But I'll let you do that on your own. Вы это сможете сами сделать. In fact, all of this page is to be done on your own as homework, as outside activity. И вы можете это также сделать дома как домашнее задание. At the bottom of the page, there is a continuation of the exercises that we talked about last night. И в конце страницы есть предложение упражнения, о которых мы говорили вчера. And it's important to do these little exercises. Очень важно делать эти маленькие упражнения. So that we can sensitize ourselves to hear the voice of God. Чтобы мы как бы сделали себя чувствительными к голосу Бога. It's something we grow in. Это то, в чем мы растем. When Samuel first heard the voice of God. И когда Самуил впервые услышал голос Бога. He had no idea who was talking to him. У него вообще никакого представления не было, кто с ним вообще разговаривает. So he ran to Eli. Поэтому бежит он к Илье. And said, "Eli, you called me." И говорит, Илья, ты меня звал? Because he did not recognize that it was God's voice. Поскольку он не узнал, что это голос Бога. Eli said, "No, I didn't call you." Илья говорит, нет, я тебя не звал. Go back and lie down. Возвращайся и ложись. Again, the Lord called Samuel. Снова Бог зовет Самуила. And again, Samuel did not recognize him. Снова Самуил не узнает его голос. It was the Lord. Что это был Бог. And so Eli told him to go back. Снова Илья говорит ему, возвращайся, спи. And lie down. Ложись. He never realized it was the voice of God. И он так никогда не понял, что это был голос Бога. Eli had to tell him who was talking to him. И Илья должен был сказать Самуилу, кто же с ним вообще говорит. Now Samuel became a great prophet of God, didn't he? И Самуил стал великим пророком Бога, вы это знаете. And he eventually put together schools for prophets. И в конечном итоге он организовал школы для пророков. Maybe they were much like this school. Возможно, это было подобно этой школе или. Because he had trouble recognizing the voice of God. Поскольку у него была проблема в том, чтобы узнать голос Бога. He wanted others to learn to hear the voice of God clearly. Он хотел, чтобы другие смогли легко распознать голос Бога. Until they finally got to the point where he was. И когда они дойдут до этого момента, где он находится. Where it is said that God let none of his words fall to the ground. Дойдут до этого момента, когда Бог сказал, что ни одно из его слов не осталось неисполнившимся. That's a big growth process. Это большой процесс. From the time he did not even recognize who was talking to him. Большой длинный процесс роста с того времени, когда он вообще не узнал, кто с ним говорит.
to the time when he recognized God's voice so clearly. До того момента, что он мог так легко распознавать голос Бога. That not a single word of his was mistaken. Так что ни одно из его слов не было ошибочным. Wouldn't it be great to get to that point? Разве не было бы прекрасно дойти до такого момента, пункта? So that's why we do these exercises. Вот поэтому мы и делаем такие упражнения. So that we can get to a point where we recognize the Lord's voice more clearly. Чтобы дойти до этого момента, когда мы будем очень четко определять, слышать голос Бога. Because it's not that God's not speaking. И проблема не в том, что Бог не говорит. Because in Jeremiah he said, I was rising up early and speaking to you. И как в Иеремии он говорит, я рано поднимаюсь, с самого раннего утра говорю вам. The problem is we're not hearing. Только проблема в том, что мы просто не слышим. On page 15. 15-я страница. Also there are some review questions. Это как такие вопросы для обзора. Some about the dark night of the soul that we spoke about last night. Некоторые о тёмной ночи души, о чём мы говорили вчера. And some about public and private victories. Некоторые о публичных и личных победах. So I will let you complete that on your own. Поэтому вы можете сами это заполнить. Now on page 16. 16-я страница. The reticular activating system. Ретикулярная активирующая система. I'll call it the RAS for short. Я буду называть это ретикулярную активирующую систему как RAS. Чтобы сокращенно говорить. That's a scientific word. Это научное слово, научный термин. That describes a part of the brain. Который говорит о части мозга. That determines what we focus on. Который определяет, на чем мы фокусируемся, на чем мы сфокусированы. Сосредоточены. Even in this room there's a lot of things going on. Даже в этом помещении очень много всего происходит. There are a lot of things to look at. Очень есть много, множество, на что мы можем смотреть. There are sounds in the room, sounds on the street. Звуки здесь, звуки на улице. All of these things we can't pay attention to at the same time. Мы не можем на все это одновременно обращать внимание. So the RAS determines what we focus on. И поэтому это RAS определяет, на чем мы сфокусированы. So we want to train the RAS. И мы хотим обучить или натренировать это RAS. To focus on the things of God. Фокусироваться на Божьем. And on hearing the voice of God. И на том, чтобы слышать голос Бога. As is said in Colossians 3:1. Как говорится в Колоссянам 3:1. Set your affections on things above. То есть думайте, помышляйте о горнем. Because normally our affections would just be on things on earth. Потому что обычно мы помышляем о земном. So it's a decision we have to make. И поэтому это представляется нам такое решение. To focus on hearing God's voice. Фокусироваться на слышании голоса Бога. John Paul Jackson was in California. John Paul Jackson был в Калифорнии. Visiting a friend of his. И он был в гостях у своего друга. The friend was raising several parrots. И друг у друга он выращивал несколько попугаев. And John Paul went into the large cage where all the parrots were kept. И он вошел, John Paul Jackson вошел в большую клетку, где были содержались все эти попугаи. It was very noisy. All the parrots were squawking. Again? Say it again. It was very noisy. The parrots were squawking. Talking. Squawking, chirping. Они издавали эти звуки попугаи. Было очень шумно в этой клетке. Они постоянно что-то там булькотали, кудахкали, или как сказать, чирикали. And then his friend listened for a second. И затем его друг слушает минуточку это все. And said, "Oh, Joey's sick." И говорит, Джо, он больной. And John Paul didn't know who Joey was. Джоуи, попугай, больной. And thought maybe it was a child of his friends that he hadn't met. То есть Джон Пол думает, что это как кто такой Джо, может это его сын, ребенок его, которого он еще не видел. And he asks, who's Joey?
И спрашивает, кто такой Джоуи? And his friend Mike said, "Oh, he's that parrot way in the back. You see, sitting on that perch." Ну, видишь, вот этот попугай там далеко-далеко, он там сидит на той жердочке. Said, John Paul said, "How do you know? How did you know that he's sick?" И Джон Пол спрашивает его, откуда ты знаешь, что он болен? Oh, his voice is different. Ну, его голос другой, изменился. John Paul said, "How can you tell his voice is different with all this loud noise going on?" John Paul спрашивает его, как ты знаешь, что его голос вообще изменился из-за всего этого шума? Как ты это можешь слышать? And his friend said, "John Paul, I work with these parrots every day." И его друг отвечает ему, Джон Пол, я каждый день с этими попугаями работаю. I know each individual voice of each parrot. Я знаю голос каждого попугая по отдельности. And in that instant, John Paul heard the voice of God. И сразу Джон Пол слышит голос Бога. Prompt him and say, "John Paul, you can know my voice." И который говорит ему, Джон Пол, ты можешь знать мой голос. Just that clearly. Так же четко, ясно. We want to get to that point. И мы хотим дойти до этого момента. Where we can pick out God's voice out of all the sounds and all the clutter around us. Когда мы можем четко выделить голос Бога из всех звуков, всего шума вокруг нас. That's what this section is about, the RAS. Вот что значит этот раздел RAS. Developing the RAS and focusing on God. Когда мы развиваем RAS и фокусируемся на Божьем. Enables us to hear God more frequently and more accurately. И мы можем слышать Бога более часто и постоянно. We begin to realize that God is speaking to us more often. И осознаем, что Бог более часто обращается к нам. And in more ways than we realize. И Он использует многообразные методы для этого. There are times when God tests us. И приходят времена, когда Бог испытывает нас. But the testing of God is only to lead us to promotion. И эти испытания для того только, чтобы перевести нас на более высокий уровень. When we experience a test and we don't pass the test the first time, когда мы проходим испытание, мы его проваливаем первый раз. It's not like God says, "Okay, that's it, you're out." Бог не говорит, ну все, на тебе крест, все, тебя надо вышвырнуть. I'll use someone else. I won't use you. Тебя я больше не буду использовать, возьму кого-то другого. No, we just have to take the test again. Нет, просто мы снова будем проходить этот тест. Испытания. So God never gives up on us. We'll just take the test again until we pass. Бог никогда с нами не закончит, мы будем постоянно тест проходить. Испытания. Focusing on God leads us to greater peace. И когда мы фокусируемся на Бога, это дает нам еще больше мира. This is in Isaiah 26:3. Это Исаия 26:3. Says you, God, will keep him in perfect peace. Там говорится, Бог, ты будешь хранить их в совершенном мире. Whose mind is set on you? Те, которые сосредоточены на тебе. You know, when Peter was walking on the water. И знаете, когда Петр ходил по воде. He didn't start sinking until he took his eyes off the Lord. Что он не начал тонуть до тех пор, пока не отвел взгляд от Господа. And began looking at the circumstances around him. И начал смотреть на окружающие обстоятельства. That was when he started sinking. Именно тогда он начинает идти под воду. He was fine as long as he kept his focus on God. Пока он сосредоточен был на Боге, с ним было все в порядке. The mind set on God will recognize and hear him. Тот ум, который сосредоточен на Боге, узнает Бога и услышит его. And God will respond to him. И Бог ответит ему. So how do we get to this place of peace? И поэтому каким же образом нам дойти до этого места мира, до этого мира? It's essential for us to get there. И очень важно нам дойти до этого. Because peace is really the potting soil for revelation. Так как мир это плодородная почва для откровения. In other words, it's very difficult to hear God. Или же другими словами, очень трудно слышать Бога. If we are not at peace. Если мы не находимся в мире. In Philippians 4, Филиппийцам 4 глава, 6-9, стихи 6-9, and verse 11, и 11 стих,
Paul says, "Be anxious for nothing." Когда Павел говорит, не заботьтесь ни о чем. But in everything, by prayer and supplication. Но во всем в молитве и в прошении. With thanksgiving. И благодарением. Let your request be made known to God. Открывайте свои желания перед Богом. And the peace of God. И мир Божий. Which passes all understanding. Который превосходит всякое понимание. Will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Сохранит ваше сердце, ваш ум во Христе Иисусе. Then he tells us how to get there. He says. Затем он рассказывает нам, как добраться до этого момента. Finally, brethren, whatsoever things are true. И затем все, что истинно. Whatsoever things are noble. Все, что благородно. Whatsoever things are just. Все, что справедливо. Whatsoever things are pure. Все, что чисто. Whatsoever things are lovely. Все, что прекрасно. Whatsoever things are of good report. Все, что славно. If there is any virtue. И все, что добродетельно. And if there is anything praiseworthy. И все, что похвально, достойно похвалы. Meditate on these things. Об этом думайте, размышляйте. Things which you learned and received and heard. Все, что вы, чему вы научились, услышали, получили, приняли. And saw in me. И видели во мне. These do. И это так поступайте. And the God of peace will be with you. И Бог мира будет с вами. Hearing God for our circumstances. Again. Hearing God for our circumstances. Когда мы можем слышать Бога в наших обстоятельствах. Enables us to rest and walk in His peace. Это дает нам способность жить в Его мире, ходить в Его мире. So. Consistent levels of revelation. Поэтому постоянное откровение, постоянные уровни откровения. Come with consistent levels of peace. Приходят с этим постоянным миром. Very difficult to hear God. Очень трудно слышать Бога. If we are in stress. Если мы под стрессом находимся. So our response to God is that we purposely plan to please the Lord in our thoughts, ways, and attitudes. И поэтому наш отклик такой, чтобы мы постоянно приносили удовольствие Богу. And we can look past today's temporary pain. И мы можем смотреть сквозь. And into tomorrow's. Сегодняшнюю боль на будущее. Into tomorrow's greatness. На будущую славу, величие. God loves to take the weak and make them strong. И Бог нравится брать слабое и делать сильным. To take the strong and make them stronger. И делать более сильным. To take the great and make them greater. И брать великое и делать еще более это величественным. There are some things that might keep us from being at peace with God. И есть некоторые вещи, которые могут удержать нас от мира Божьего. Sometimes we may have what the Bible calls strongholds. Иногда у нас могут быть, как называют Библия, твердыни. When we think we are being Christ-like, but really we're not. И когда мы думаем, что мы подобны Христу, если на самом деле такого нету. Our own heart deceives us. И какие-то болезни нашего сердца. Paul was convinced he was acting in God's will when he was executing Christians. Paul believed he was acting in God's will when he was. И Павел думал, что он выполнял волю Бога, действовал по воле Бога, когда он преследовал христиан. But he was not. He had a stronghold. Но такого не было на самом деле. У него была твердыня. God had to knock him down on the ground. Богу пришлось свалить его, как бы повергнуть его на землю. To get his attention and let him know he was wrong. Чтобы привлечь его внимание, сказать ему, ты не прав. So a stronghold is a system or a way of thinking. Поэтому твердыня это система нашего мышления, образ наших мыслей. That's rooted in a lie. И которая основывается на лжи. But we've come to accept it as the truth. И что мы должны принять его истину. И иногда мы принимаем его истину. But there is hope for getting rid of strongholds. И есть надежда в том, что мы можем избавиться от твердынь. But we must pray and ask God to reveal our strongholds to us. И что мы должны молиться и просить Бога, чтобы он открыл эти твердыни нам. And then to remove them from us. И чтобы он удалил эти твердыни из нас. On page 17. What you pay attention to binds your thoughts. То, что на что следует обращать внимание, на то связывание ваших мыслей. What you focus on. То, на чем вы фокусируетесь. You empower. You give power to. Вы придаете этому силу. У вас есть сила. Also, what you focus on. Также то, на чем вы фокусируетесь. You make room for. Вы предоставляете этому место. So this RAS. Поэтому RAS.
needs to be focused on God. Должна фокусироваться на Боге. Because that will empower him in our lives. Поскольку это даст силы нам в жизни. And we will make more room for him in our lives. И мы больше дадим ему места в нашей жизни. When we focus on him. Когда мы фокусируемся на нём. What you think about? И о чём вы думаете? You'll likely take action on. То, о чём вы думаете, скорее всего, вы так и будете поступать. And what you repeatedly take action on. И то, что вы постоянно делаете. Becomes a habit. Становится привычкой. If we sow a thought. Если мы сеем мысль, we'll reap an action. То мы пожнём действие. If we sow an action, если мы сеем действие, we'll reap a habit. То мы пожнём привычку. If we sow a habit, когда мы посеваем привычку, we'll reap a character. То мы пожинаем характер. And if we sow a character, когда мы сеем характер, we'll reap a destiny. Мы пожнём судьбу. Godly character и благочестивый характер determines whether or not we reach our destiny. Определяет, достигнем ли мы своей судьбы или нет. And it all comes down to those little bitty private victories. И всё это основывается на личных победах. Every single day. Каждый день, ежедневно. What you're doing today. То, что вы делаете сейчас. The choices you make today. Тот выбор, который принимается сегодня. Determine where you'll be 5 years from now. Определяет, где вы будете через 5 лет. Not only that. И не только это. The choices you make today. Те выборы, которые вы принимаете сейчас. Will determine where your children are. Определяет то, где будут ваши дети. And your grandchildren are. И ваши внуки. Years from now in their walks with the Lord. Спустя много лет с данного времени. Our training is for the purpose of shaping our character. И наше обучение ради цели проходит то, чтобы сформировать наш характер. So that we can reach our destiny. Чтобы мы смогли достичь своей судьбы. Let's take about a 5-minute break and then we'll come back. Давайте сделаем перерыв 5 минут. Да. И потом вернёмся. We talked about some exercises yesterday. We've talked about exercises tonight. Мы говорили о упражнениях вчера. Мы будем говорить о сегодняшних упражнениях. In obedience to the word of God. О том, как быть послушным слову Божьему. Based on Hebrews 5:14. И это берем на основании Евреям 5:14. Which says solid food belongs to those who are full age. Валя. Написано, что твердая же пища свойственна совершенному, у которого чувство навыкам приучено к развлечению добра и зла. Is that the whole word, verse? Okay. Yeah, page 21. Это 21-я страничка. The RAS is a system that enables us to know him more. It can be likened to the conscience. Conscience. Ретикулярная активирующая система. Вот эта система, раз, она позволяет нам знать его больше. Some of the purposes of Scripture are to guide, declare, and make our minds aware. И цель Писания для нас, чтобы направлять нас и провозглашать. Make our minds aware of eternal truth and spiritual matters. И чтобы наш разум определял вечные ценности и правду, истину. This is in Scripture in John 16. Это написано в Писании Иоанна 16 глава. Verses 13-14. 13-14 стих. However, when he, the Spirit of truth, has come, когда же придет Он, Дух истины, he will guide you into all truth. То наставит вас на всякую истину. For he will not speak on his own authority. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. And in John 14:26, Иоанна 14:26,
The Lord promises. Господь обещает. The Helper, the Holy Spirit. Он обещает утешитель же, Дух Святой. Whom the Father will send in my name. Который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил. So we always have the Holy Spirit living in us. И мы всегда имеем Дух Святой, который живет внутри нас. So it just makes sense that He would want to speak through us. И это даже созвучает у нас, что имеет смысл, что это говорит к нам. But we must get the living Word of God, the Bible, inside of us. Но нам необходимо живое Слово Божье, чтобы оно пребывало внутри нас. Because that helps us to trust and understand God's plan. Потому что это помогает нам и мы доверяем. And see, потому что это Божий план. See things the way God sees them from a heavenly perspective. Чтобы мы видели Божий план с Божьей перспективы. As we get more scripture into our spirits and our minds. Чем больше мы будем знать Писание, и Писание приходит в наш разум и в наш внутренний человек. We become more spiritually minded. Мы становимся думать и разумными, и духовными. As it says in Romans 8:6-8. Написано Римлянам 8 глава с 6 по 8 стих. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Римлянам 8 глава, 6 по 8 стих. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. The mind set on God, разум, устремленный на Бога, will hear him and recognize him. Будет, он услышит и распознает это. What we see, we become. Что мы видим, мы тем и становимся. And what we listen to, we become. И что мы слушаем, мы тоже становимся подобными. Proverbs 23:7. Притча 23:7. Says, for as a man thinks in his heart, so is he. Как человек думает в сердце, таков и он. The word of God is able to penetrate the deepest parts of our being. Слово Божье будет проникать глубоко в его существо. It will reveal what is in our spirit, in our flesh, in our soul. Это будет открывать его в наш дух, душу глубоко. As it says in Hebrews 4:12. Как написано к Евреям 4:12 глава. All right. Let's skip over to page 31. Теперь давайте в 31 главу, 31 страницу откроем. And we'll come back. We'll come back to the pages that we skipped. А потом мы вернемся к тем страницам, которые мы пропустили. This section is on stimulus and the moment of choice. Этот отдел говорится о стимуле, момент выбора и момент. Момент ответа. A stimulus is something that prompts a response. Стимул — это который побуждает нам как реагировать, нас реагировать. Each of us encounters numerous stimuli throughout the day. Каждый из нас сталкивается с подобными вещами, где мы должны реагировать, что позволяет, что стимулирует нас реагировать. With everything that happens, со всем, что происходит, we have a choice in how we will respond. У нас есть выбор, как мы будем реагировать. There are three ingredients. Есть три составляющие. Stimulus. Это стимул. Moment of choice. Момент выбора. And response. И ответ. That goes together to help determine our destiny. И эти три составляющие определяют нашу судьбу. Patterns of or habits of response. Как мы отвечаем? Shape, привычки ответа. Shape our character. Они определяют наш характер, оттачивают наш характер. The moment of choice is that instant
between a stimulus and a response. Момент выбора – это составляющая, которая состоит между стимулом и между ответом. For example, if someone says something unkind to us. Например, кто-то что-то сказал неприятное, неуважительное. We have a moment where we can choose to either respond in anger. И у нас есть мгновение, где нам нужно принять решение, выбор. Мы должны ответить в гневе. And punch them. И ударить их. Or respond in kindness. Или ответить с доброжеланием. And forgiveness. И прощением. Mankind has always wanted to deny personal responsibility. Человечество пытается все время отказываться от ответственности, которую они должны взять for all of our actions. За все наши действия, которые делаем. But God says in Romans 2:6. Но Бог говорит к Римлянам 4:6. God will render to every man according to his deeds. Что возмездие Бог будет воздавать каждому за дела свои. When Adam and Eve sinned, когда Адам и Ева согрешили, Adam said it's the woman's fault. Адам сказал, что это виновата жена. And Eve said it's the serpent's fault. А Ева сказала, что это виноват змей. They're all blaming someone else. Они все обвиняют кого-то другого. Or something else. Или что-то другое. But God didn't buy any of it. He didn't believe any of that. Но Бог не купился ни на что подобное. He gave an appropriate judgment to the woman, to the man, and to the serpent. Он дал точное определение для жены, для человека и для змея. Based on their deeds. На основании их дел он определил суд. There are ways that we can deceive ourselves. Есть пути, как мы можем сами себя обмануть. As if we're not responsible for our own actions. Такое ощущение, что мы не отвечаем за наши действия. All of these will prevent us from reaching our destiny. Но все это, оно будет нас отдалять и препятствовать нашей судьбе. So we must examine our hearts. Поэтому нам необходимо исследовать свое сердце. And if we have any of these attitudes, we need to remove them. И если у нас есть это отношение в сердце, нам нужно убрать, искоренить это. And get them out of our lives. Искоренить из нашей жизни. There's something called determinism. И есть еще одно определение, которое называется in psychology, determinism, which says that there are other factors that determine who we are. Это определение говорит, что есть другие факторы, которые определяют, кто мы есть на самом деле. It's physical, psychological, other factors. Это физические, психологические, другие факторы. So that we have no control over who we are and what we do. И мы не имеем контроля над собой, кто мы есть и кем мы являемся. But if we believe that, но если мы поверим в это, then we're not responsible for our actions. Тогда мы не ответственны за свои действия. That is a lie. И это ложь. We must take personal responsibility. Нам необходимо взять личную ответственность. There are people who say, "I am angry because my father was an angry man." Есть люди, которые говорят, что я сержусь, потому что мой отец, он был злой. So you can't blame me. Видите ли, вы не можете меня обвинить. It's my father's fault. Это вина моего папы. Я унаследовала. There are other people who say, "It's the environment I grew up in. It made me this way." Другие говорят, что это среда, в которой я вырос, и это позволило мне быть таким, кем я являюсь. So I can't help it if I don't act right. Поэтому я не могу себе помочь, если я себя веду плохо. And just like Eve, we might say the serpent deceived me. И как Ева, мы можем также сказать, что это змей меня обманул. The devil made me do it. Или дьявол заставил, чтобы я это сделала. So you can't blame me. Поэтому вы не можете меня обвинить. But if we have that thinking, но если мы так думаем, we'll never reach our destiny. Мы не сможем достичь нашу судьбу. Until we take personal responsibility. До тех пор, пока мы не возьмем личную ответственность. There is a mentality that is called the victim mentality. Есть такой менталитет, который называется менталитет жертвы. Which says that everything bad is happening to me. Который гласит так, что все плохое происходит со мной. Poor me, poor me. Какой я бедный человек, какой я несчастный.
So I can't be held responsible. Поэтому я не могу быть ответственным. This is what Cain said. Вот это сказал Каин. After he had murdered his после того, как он убил своего брата. He was judged by the Lord. Но он был осужден Богом. And instead of feeling remorse and being sorry for murdering his brother, и вместо того, чтобы почувствовать раскаяние за то, что он совершил над своим братом, he said, "My punishment is greater than I can bear." Он сказал: "О, мое наказание намного больше, чем я могу это понести." Poor me, poor me. О, какой я несчастный, какой я несчастный. But we must get rid of that thinking. Но нам необходимо убрать эту мысль. Because if we do not, we'll never get on the road to our destiny. Потому что если мы не сможем уйти от этих мыслей, тогда мы не сможем пойти на дорогу и по пути и брать личную ответственность. John Paul Jackson had a friend named Isaac. У John Paul Jackson был друг Исаак. Whose house had burned to the ground. У которого дом сгорел дотла. And it was a suspicious fire. The authorities thought that he might have caused it himself. И сам пожар возник очень странным образом, что даже пожарники подумали, что он поджег этот дом. To get the insurance money. Для того, чтобы получить страховку. And so they were going to take him to court and charge him with arson. И вот они решили, пожарники, подать в суд и чтобы суд определил. An insurance fraud. И что это была подстава. He could have gone to prison for 10 years. И если бы они доказали, что это было так, то он мог бы пойти в тюрьму на 10 лет. John Paul Jackson asked Isaac, "Are you worried about going to this trial?" И John Paul Jackson спросил своего друга Исаака: "Ты беспокоишься, что ты пойдешь в суд?" No, John Paul, I'm not worried about going to prison. Он говорит: "John Paul, я не переживаю, что я пойду в тюрьму." Because I'm wondering what it is in me that would make them think I was capable of doing this. Меня мысль смущает, что побудило их подумать, что я мог такое совершить, что во мне, вот, что вызвало у них такую мысль. There must be something in me that God needs to work out. Есть что-то во мне, что Бог должен сделать работу какую-то определенную. And if it takes going to prison for God to do the work in me, если необходимо мне пойти в тюрьму, чтобы Бог сделал работу во мне, then I am willing to go. Тогда я готов пойти. That response completely surprised John Paul. Этот ответ удивил Джон Пола. And from that day on, he realized that God was in control. И с того дня он осознал, что Бог в контроле. You know, some people believe your life is like a tug of war where Satan is pulling on one end and God is pulling on the other end. Многие из нас чувствуют, что наша жизнь подобна как на войне, что в нашем окружении одни битвы, одни сражения, что дьявол с одной стороны пытается задавить, с другой стороны. And they are equal strengths pulling you back and forth. Дьявол с одной стороны, Бог с другой стороны, и идет такой противовес, кто кого. That is not true. Но это неправда. God is in complete control. Бог в совершенном контроле. He was in complete control even when Jesus was nailed to the cross. Он был в совершенном контроле даже тогда, когда Иисус висел на кресте. The joke was on Satan. Когда ситуация с Иовом. Satan never wins even a single battle. Дьявол никогда не выигрывал победы. Because God takes everything that Satan does. Потому что Бог берет turns it around for good. Все то, что чем направлен дьявол, for those who love God, переворачивает. And for those who love God and are called according to His purpose. Для тех, кто любит Господа, он все совершает во благо им. Joseph had a promise from God, but he ended up in prison. У Иосифа было обещание от Бога, но тем не менее он попал в тюрьму. This was after he was sold into slavery. Это было после того, как он попал в тюрьму, когда он был продан в рабство. But you know, even in prison, Joseph turned to his fellow prisoners. Даже тогда, когда он был в тюрьме, он обратился Иосиф к своим сотоварищам. Why do you look so downcast? И он говорит: почему? Why do you look so sad? Почему вы такие несчастны? Почему ваши лица печальны? Well, they should look sad, shouldn't they? They're in prison. Ну, конечно, они печальны, они же в тюрьме. But Joseph didn't see it that way. Но Иосиф не видел Because he knew так. God was in control. Потому что он знал, что Бог в контроле. And through that all, as Joseph passed the test. И через это время Иосиф прошел этот тест. He was
promoted to be the second ruler in Egypt. Потом, как мы знаем, он был возвеличен, и он был вторым человеком во всей нации. And practically he became the ruler of the world. Практически он на то время стал руководителем всего мира. At that time, because everyone had to go to Joseph. Почему? Потому что всем приходилось идти к Иосифу, чтобы получить пищу во время голода. So the victim mentality is not for Christians. Поэтому менталитет жертвы не для верующих. Because God is in control. Потому что Бог в контроле. We must choose to be led by the Spirit. Нам нужно выбрать быть ведомыми Духом. There are two trees. There's the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Дерево добра, дерево жизни и дерево добра и зла. In Genesis 2 we had both trees, but in Revelation 22 in the New Jerusalem there's only the tree of life. В Бытие, когда мы читаем, там два дерева: дерево познания добра и зла и жизни. А в Откровении, в Новом Иерусалиме, мы видим только одно дерево: дерево жизни. We can choose to eat of the tree of life. Мы можем выбрать питаться от дерева жизни. Or we can choose to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Или же мы можем выбрать питаться от дерева добра и зла. If we hear God's voice, если мы слышим голос Божий, He is speaking to our spirit. Он говорит наш дух. From the tree of life. Он говорит от древа жизни. Psychics can only hear through the soul. Psychics can only hear through the soul, through the, from the tree of knowledge of good and evil. Экстрасенсы, они видят и они распознают из области души. So the difference between what God speaks through us. И разница между нами, Бог говорит через нас. And what God speaks through psychic, or what the enemy speaks through psychics. А что, когда враг говорит через экстрасенсов? Is that psychics do not have access to the realm of the spirit. Они не говорят из области духа, они говорят из области души. They can only speak from the tree of the knowledge of good and evil. Они могут говорить от познания дерева добра и зла. I'm going to go on into that. I'm sorry? Yes. There are five components of the moment of choice. Пять компонентов момента выбора. This is on the page 32. Это на странице 32. The more you form a habit of a righteous response. Чем больше у вас появляется привычка правильных действий, the wider the moment of choice becomes. Тогда правильнее приходит этот момент выбора, который вы должны, которым вы будете руководствоваться. With repeated actions, it widens or narrows. Когда вы будете это повторять какое-то время, ваш путь будет становиться более узким. In other words, the more we make a habit of making the right response. Другими словами, как наша привычка станет, когда мы будем реагировать правильно. The easier it becomes. Тогда будет намного легче нам. The second point is that self-awareness comes. Второе, собственное понимание. When we realize we can be deceived by our own heart. Это наши мотивы, что мы понимаем, что мы не можем быть обмануты нашим сердцем. If we have faulty reasoning or strongholds. Если у нас неправильные мышление, we can ask God to reveal those to us. На неправильные действия. And tear them down. Мы просим Господа, чтобы Он просветлил эту область и дал нам понимание, как Он это видит. To develop the ability to choose, our will must be disciplined. Способность выбирать – это необходимо, чтобы мы были дисциплинированы. Through submission to authority. Через подчинение властям. Через пост, через молитвы. So that we don't enter into temptation. Для чего? Для того, чтобы мы не входили в искушение, не попадали в искушение. The choices that we make today will determine the amount of spiritual authority we'll have tomorrow. Выбор, который мы совершаем сегодня, будет определять завтрашнюю духовную власть, в которой мы будем действовать.
All of us have a destiny in God. Каждый из нас имеет судьбу в Боге. We need to keep our eye on that destiny. Нам необходимо, чтобы наши глаза смотрели вперед на судьбу. Keep our eye on the call that God has for us. Чтобы наши глаза были устремлены на тот призыв, который Бог имеет для нас. If we keep that goal in our sight, then it will be easier to make the right choices day to day. Если мы будем продолжать видеть, чтобы наш взгляд был устремлен на эту судьбу, то мы достигнем этой цели. We spoke about the dark night of the soul. Мы говорили о темной ночи души. During the dark night of the soul, we will face many moments of choice. И во время темной ночи души нам придется столкнуться с очень многими выборами. And they relate directly to the reason that we're there. И они будут они там для того, чтобы определять нас, почему мы попали, почему мы там оказались. The children of Israel wandered 40 years in the desert. Дети израильтяне 40 лет они ходили вокруг пустыни. Simply because of wrong choices. Почему? Потому что из-за того, что они неправильно делали выбор. It's all about the choices that we make. И все заключается в том, что какие решения мы принимаем. Let's turn back to page 18 now. А теперь давайте откроем 18-ю страницу. You've got some written exercises. Там есть письменные упражнения. On major and minor prophets. Упражнения о больших и малых пророках. Major and minor prophets are called that because the major prophets had larger books in the Bible. Большие и маленькие пророки, малые пророки отличаются тем, что большие имеют большую, они написали много, они большие эти книги. This is on page 18. Это 18-я страница. The minor prophets were not less important. Малые пророки, они не менее важные. They just had shorter books in the Bible. Они просто в Библии их книги намного меньше. There were four major prophets. Есть четыре основных больших пророка. Isaiah. Исаия. Jeremiah. Иеремия. Ezekiel. Иезекииль. And Daniel. И Даниил. Those were the largest prophetic books in the Bible. Это самые большие пророческие книги в Библии. And there were the other prophetic books in the Bible were by what we call minor prophets. Есть также другие пророческие книги, которые мы называем малые пророков. On page 20. На 20-й странице. You have prophetic time periods there. У вас таблица пророческого времени. You can finish page 18 on your own. На 18-ю страницу закончите сами в свободное время. Basically, what we're looking at in that first chart. На первой таблице. Are the prophetic time periods. Пророческие времена, периоды. Beginning in 4000 BC. Начиная с 4000. You have the patriarchal period. Beginning with Abraham. Начинается патриархальное время, патриархальный период. And then you have the former prophets and then the major and minor prophets. Потом большие и малые пророки. Which lived up to about 400 BC. Которые жили до 400 лет до рождения Христа. And then of course we have Messiah the Christ. И, конечно же, потом мы имеем рождение Иисуса Христа, Мессии. There were several prophets besides the ones that wrote books. For instance, были несколько пророков, которые написали книги. Elijah doesn't have a book named after him. Например, Илия, у него нету книги. But he was certainly an important prophet. Но он был очень важным пророком in the Bible. В Библии. We want to talk about a little bit about prophetic schools. Мы также хотим говорить немного о пророческих школах. Because what was happening in the Old Testament is a lot like what we're doing here today. Потому что происходило в Ветхом Завете, это подобное мы сейчас делаем. There were four major places of training prophets. Было четыре места, где была подготовка пророков.
The schools of the prophets were begun by Samuel. Школа пророков впервые была организована. Мы видели, это Самуил организовал. Elijah, Elisha, Елисей. All had schools of the prophets. И они все имели школы пророческие. Now that's very different from what we think today. И это совершенно другое, то, что мы думаем сегодня. We think that if someone hears from God, мы думаем, что если кто-то слышит от Бога and speaks for God, и говорит вместо Бога или за Бога, it should be perfect every time. Это должно быть совершенно каждый раз. Then what were the need for the schools? А потом, зачем нам нужно идти в школу? Except to train people. Разве что нужно идти и обучать людей? So we have a mindset that says that if someone really hears from God, it must be perfect. И если у нас люди так думают, что если кто-то говорит от Бога, значит все должно быть совершенно, точно. But all through Scripture, there were times of training. Но через Писание, исследуя Писание, мы видим, что были времена обучения. Moses had to be trained for years before he was equipped and commissioned to lead the children of Israel. Моисею необходимо было пройти время обучения до того, как он был послан, чтобы освободить израильский народ из Египта. Samuel was trained in the temple for years before he was actually able to be commissioned and become a prophet and a priest for Israel. Самуил, ему пришлось пройти обучение в храме много-много лет перед тем, как он был послан и когда он стал признанным пророком. We send our ministers and rabbis to schools. Мы посылаем своих раввинов и пророков в школы. So that they can develop their skills and their gifts. Проповедников для чего? Для того, чтобы они владели искусством проповедовать. That God has given them. В тех дарах, которые Бог им дал. So why do we expect a prophet to be perfect? Every single time. Почему мы ожидаем, что пророки должны быть точны и совершенны каждый раз, когда они говорят? Без подготовки. Especially when Scripture says that you may all prophesy. Особенно тогда, когда Писание говорит, что мы все должны пророчествовать. If we may all prophesy, how many of us feel comfortable in мы все можем пророчествовать. Doing it perfectly every time? И если мы все можем пророчествовать, это не всегда будет звучать, что мы будем действовать в офисе пророков. But according to 1 Corinthians, we may all prophesy. Но в Коринфянам говорится, что мы все можем пророчествовать. We may all use the gifts of the Spirit. Когда мы будем используются дары Духа Святого. It says very clearly, you may all prophesy one by one. В 1 Коринфянам 14:31 написано, что мы все. That all may learn and all may be comforted. Чтобы все могли пророчествовать. Чтобы все могли обучиться. So just as the Old Testament prophets, и как пророки Ветхого Завета had schools, имели школы, where they were trained and learned how to hear God more accurately, где они были обучаемы для того, чтобы они могли слышать и говорить более точно. This week we want to exercise our spirits. На этой неделе мы тоже хотим тренировать наш дух. Because the whole goal of this class is to hear God more clearly. Потому что цель этого класса, чтобы мы могли ясно, более точно слышать от Бога. So we want to obey Hebrews 5:14. Поэтому мы хотим быть послушным Евреям 5:14, что говорит. Which says, but solid food belongs to those who are full age. That is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Hebrews 5:14. Евреям 5:14 написано. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. When Jesus was met the woman at the well. Когда Иисус встретился с женщиной у колодца, he asked her a question. Он спросил ее.
He met her at the point of her need because she was coming for to satisfy a need of thirst. Он встретился с ней в тот момент, когда была нужда. He had compassion on her and said, if you knew who you were talking to, I would give you living water. И была нужда напиться. Но также он сказал ей, что если бы ты знала, so that you would never thirst again. У кого ты просишь, то ты бы никогда не возжаждала вновь. And then she asked him more questions. И она задавала ему вопросы, много вопросов. And he said, go get your husband and come back. И он сказал, иди, позови своего мужа. Now, why did he say that? Почему он так сказал? If we believe that we can operate the way Jesus operated. Если мы верим, что мы можем действовать так, как действовал Иисус. If we believe the same Holy Spirit is in us that was in Jesus. Если мы верим, что тот же самый дух, который в нас был в Иисусе. Then how did he do that? Because he wouldn't do something that would not be available for us. Как же он это сделал, если тот же самый дух был в нем, не сделал бы это он и для нас? Jesus promised us that truly, truly I say unto you, he that believes on me, the works that I do shall he do also. Иисус сказал, что истинно, истинно говорю вам, что дела, которые я творю, и вы будете творить, и больше сих будете творить. And greater works than these shall he do. И больше сих дел будете творить. Because I go to my Father. Потому что я иду к Отцу. Is that true? Это правда? Can we really do the works that Jesus did? Можем ли мы на самом деле делать ту работу, которую Иисус делал? If we don't believe that, если мы это не верим в это, then it must be one of two things that's true: either Jesus was a liar. Если это неправда, то или Иисус лжец, or we just don't believe the truth. Или же мы не верим истине. Was Jesus a liar? Был ли Иисус лжецом? No. Нет. Of course not. Конечно же нет. So truly, truly, Jesus said, "He that believes on me, the works that I do shall he do also." Истинно, истинно говорю вам, говорит Иисус, что живущий дела, которые творю я, и вы сотворите больше. Can we have encounters like Jesus did with the woman at the well? Можем ли мы иметь такие встречи, как Иисус имел у колодца? Where he hears a word from the Holy Spirit. Когда он услышал слово Духа Святого, that a woman had five husbands, что у женщины было пять мужей, and then he speaks that to her and says, "You've had five husbands." И потом он говорит ей, у тебя было пять мужей. And the man you're with now is not your husband. А теперь это не твой муж, тот, который даже с тобой сейчас. And then the result of that was that she went into the town. All the men came out of the town. There was revival. И результат той встречи послужило тому, что она, когда вернулась в город и рассказала, то было пробуждение в этом городе. Now, who could predict that you could tell a woman that she has five husbands and that would result in revival? Кто мог предположить, что кому-то сказать, что у этой женщины было пять мужей, и кто мог бы предсказать, что это повернется и станет пробуждением? Or Jesus' encounter with Nathanael. Или тогда, когда Иисус встретился с Нафанаилом. He looked at Nathanael and said, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile." Он посмотрел на Нафанаила и сказал: "Истинно, истинно израильтянин, в котором нет лукавства." How did he know that? Как он это знал? If we say that it was because he was Jesus, the Son of God. Если мы говорим, что Иисус был Сын Божий. Then he was doing something that we can't do. И если он делал то, что мы не можем делать. Right, because да? we can't be the Son of God like he was. Мы не можем быть теми сынами Божьими, как он был. So how did he do that? Но как же он это делал? He heard the Holy Spirit tell him. Он слышал Дух Святой, как Just говорил ему. Just as we can hear the Holy Spirit так же tell само, us. Как мы можем слышать, как Дух Святой говорит к нам. And then he looked at Nathanael. И тогда он посмотрел на Нафанаила. And said, "I'll tell you. Before I knew you, I saw you under the fig tree." И он сказал, даже до того, как я с тобой познакомился, я тебя увидел на смоковнице. And what was the result of that? И какой результат был? Nathanael said, "You are the Son of God." И тогда Нафанаил сказал, что ты есть Мессия, ты есть Сын Божий. Resulted in his salvation. И это повернуло, и результатом стало спасение. Now who would have thought that? Who would have expected that? Кто бы мог предположить или ожидать, что это произойдет? Can we hear God like that? Можем ли мы слышать так же само голос Божий?
Yes, we да, can hear God like Jesus did. Мы можем, как Иисус. We were at a shopping mall in Texas. Мы были в Техасе в молле, в большом магазине. And there was a worker at a chicken restaurant. И там маленькие ресторанчики. And и работник в этом ресторанчике, где продавали курицу. We walked up to this worker and said, we're learning how to give encouraging words to people. Can we give you an encouraging word? И мы подошли к этому работнику и сказали, что мы хотим вдохновить, ободрить вас словами. Можем ли мы что-то сказать, ободряющее вашу жизнь? And she said, okay. Она сказала, хорошо. And so I, in my mind, I just asked the Lord to give me something for this lady. In my spirit. В моем духе я спросил, я подумал, я попросила Господа, чтобы он мне показал что-то, что мог бы сказать ей. And I saw a picture of roots underground burning and being consumed by red hot fire. И я увидел, как корни, которые находятся под землей, и они горят в огне. Just in my spirit. I didn't see it. А я это увидел в духе, я это не увидел физически. Didn't see it in the air. Я не видел это в воздухе. And didn't know what that meant. Я не знал, что это означает. And so I asked the Lord to explain what that was. И я попросил Господа, чтобы он мне объяснил, что же это такое. And after I paused a moment, I felt that the roots were her family. И после того, как я подумал какое-то мгновение, я начал понимать, что корни — это ее семья. And that they were being consumed by fighting and arguing anger. Я увидел, как они между собой есть несогласие и прения и различия между друг другом, борются друг с другом. So I asked the woman, is there a lot of anger and fighting in your family? И я спросила, есть ли в вашей семье споры, разногласия между вами в семье? And she said, yes, there is. Она говорит, да, есть. And I had never met her before. И я никогда с ней до этого не встречался ранее. But right there in the shopping mall, asked if we could pray for her. Но там в магазине я спросил, могу ли я за вас помолиться? And she said, yes. And она сказала, we did да. pray for her that the Lord помолились. That the Lord would bring peace to her family. Мы молились о том, чтобы Господь принес мир в ее семью. If I had not been practicing to hear God's voice. И если бы я не попросил Бога, чтобы услышать его голос. We would have walked right past her. We would have never known that she needed prayer. Мы бы проходили мимо и никогда даже не знали, что этой женщине нужна молитва. We want to exercise ourselves to hear God's voice like that. Мы хотим практиковать себя, чтобы мы практиковали, чтобы слышать голос Божий. For our own sake. Для себя. But also for the sake of others. А также для других. Because if we're truly going to do the works of Jesus. Потому что если по-настоящему мы будем делать Иисуса. We must be able to hear His voice. Нам необходимо слышать Его голос. Do you think that if we asked God to speak to us right now, that He would? Как вы думаете, что если мы будем сейчас слышать Господа, Бога будем слушать, мы услышим? You know, my cousin, when I started going to churches where they had the gift of prophecy, when I started going to churches that had the gift of prophecy, когда я начал ходить в церковь, там где они имеют дар пророчества, my cousin asked me, "How do you know if it's God and not the devil?" Я пошел со своей двоюродной сестрой, и она меня спросила, "А как ты можешь распознать от Бога или это не от Бога?" And I said, "Look at the results." А я говорю, посмотри на результат. When I hear words of prophecy, I'm encouraged, I'm built up, I'm strengthened. Когда я слышу слова пророческие, тогда меня это созидает, вдохновляет, ободряет. Would the devil want to do that? А как ты думаешь, дьявол хочет это делать? No, he comes Нет. to kill and steal and destroy. Он приходит, чтобы разрушить, убить и украсть. We can be confident that if we ask God to speak to us, мы должны быть уверенными, что если Бог хочет говорить к нам, that it will not be the devil's voice instead. И это не будет голос дьявола, это будет Божий голос. Is there some a promise in Scripture that says that? Есть обещания в Писании, которые об этом говорят. Yes, in да. Matthew 7:9-11. Матфея 5.
прошу прощения, Матвея 7, с 9 по 11 стих. Jesus said, "What man is there of you, whom if his son asks bread, will he give him a stone?" Что если к человеку подойдет сын и попросит хлеба, не даст ли он, разве что он даст ему камень? If we ask God for true bread and that bread of life, если мы попросим у Бога хлеба, небесного хлеба, хлеба жизни, we will not be disappointed. Мы не будем разочарованы. Who was it that tried to offer Jesus a stone when he was hungry? Кто тот был, который предложил Иисусу камень вместо хлеба? It was Satan in the wilderness. Это был сатана в пустыне. Said, if you're the son of God, take these stones. Он сказал, что если ты сын Божий, то возьми эти камни, переврати в хлеб. God said, if we ask the Lord for something, He will not, we will not receive from the devil. Если мы что-то попросим у Господа, мы не будем получать это от дьявола. It says, if He asks a fish, will He give him a serpent? Если попросит рыбу, разве он получит змею? Who was speaking through the serpent in the Garden of Eden? Кто говорил через змею в Эдемском саду? It was the devil, wasn't it? Это был дьявол, не так ли? So Jesus promises if we ask God for a fish, He will not give us a serpent. We will not receive the devil in return. Иисус обещает, что если вы попросите рыбу, вы не получите змею. Другими словами, что вы не будете получать от дьявола, что вы будете получать от Бога пищу. That is a promise of God. Потому что это есть обещание от Бога. Let's ask God right now. Давайте сейчас попросим Бога. Is there anyone here who would like a word from God? Есть ли кто-то здесь присутствующий, которые хотят слышать слово от Господа? I feel like we can demonstrate just one. Я чувствую, что мы сейчас можем продемонстрировать с одним человеком. But of course, we don't have time for to give prophetic words for everyone. Конечно, у нас нет времени, чтобы дать пророческие слова для всех людей, но мы можем сейчас выбрать одного человека из присутствующих. And then the Lord will give a word, and then we can test it and confirm if it's really Him. Проверим, если на самом деле это Бог. The lady in the black and white dress. Женщина в черном белом. Would you like a prophetic word? You can just stay there. You can just stay there. Стойте там, не надо сюда приходить. We'll just wait on the Lord. I believe that. Мы сейчас будем ожидать от Господа, и я верю, что Господь даст слово для вас. I feel that you have been disappointed. Я чувствую, что вы были разочарованы. In the past, especially on birthdays, possibly that. Особенно в прошлом, когда дни рождения, связанные с днем рождения. You have not felt appreciated. You have not felt loved. И вы чувствовали, что вы вам не было недооценили вас и или забыли, да? Нет. Yeah, I had a jubilee and they didn't. Not jubilee, 50-year. I mean the yes. An anniversary. Yes. And the Lord wants you to know that He not only celebrates this birthday, but He has celebrated every birthday. It's a wonderful time of joy. И Господь хочет, чтобы вы знали, что Он праздновал с вами не только этот, но все дни рождения, которые у вас были. For Him. Для Него. Yes. And of course, I didn't know that, and I don't even speak the language. Знаете, я не знал об этом, и я даже не говорю на языке вашем. But I practiced just hearing the voice of God. Но я практикую слышать голос Божий. And that was not something from the devil, was it? И это не было дьявола, не так ли? That brought joy and. Потому что это принесло радость. And peace and encouragement. И радость, и ободрение, мир. But you know. It's sad that in the church today some people say that words like this are if we say speak words like this of encouragement that they say oh they must be psychic. Печально, что сегодня в церквях люди говорят, что если люди практикуют такое увещевание, то они говорят, о, это
экстрасенсы, в общем. Do you know why? Знаете почему? Do you know why they come to that conclusion? Знаете почему они приходят к такому выводу? It's because the church has been deceived by the enemy and lost what it had before. Потому что церковь была обманута врагом. Because Satan is not a creator. God is the only creator. Потому что сатана никогда не был творцом. Бог был истинным творцом. Satan can only counterfeit. А сатана может только подделку делать. So when we see psychics, и когда мы видим экстрасенсы, которые оперируют, what they're doing is they're trying to imitate the real thing. Что они пытаются сделать? Они хотят имитировать тому, что было первоначально сотворено. Когда истинное пророчество, которое истинное слово приходило от Господа, они переворачивают или изворачивают. Продолжаем. Keep going, he says. Page 52. 52-я страница. So what we want to learn how to do is hear God's voice so that the church becomes powerful again. И для чего мы хотим это делать? Для того, чтобы церковь вновь была сильной. So when there's a demonstration of power, потому что когда церковь будет действовать в силе, people don't automatically think it is psychic. Люди не будут автоматически думать, что это экстрасенсы действуют. И они не будут думать, что это приходит от врага. You know, years ago, John Paul Jackson was walking through Venice Beach in California. Много лет назад Джон Пол Джексон гулял по берегу пляжа в Калифорнии. And walked through, found himself among a bunch of tables that were being set up for a psychic fair. И он подошел к столам, где там была такая выставка экстрасенсов, которые практиковали свое искусство. And he asked God to, he said, "Oh God, forgive me, I didn't mean to be here." И когда он подошел и оказался среди этих людей, он сказал: "О Боже, прости меня, мне не нужно было здесь находиться среди них." But as he focused on the Lord and kept walking, the Lord spoke to him. Но в то время, когда продолжал идти, он фокусировал свои мысли на Господа. And the Lord spoke to him about the different psychics and said that one is a fake. И Бог начал ему говорить об определенных людях, которые сидели за столами, говорит, что это подделка, это подделка. That one's real. И тут он подошел к одному человеку, говорит, а он настоящий. And it surprised John Paul. Said, "Oh no, that can't be you, God." Он настолько удивился, говорит, Боже, это же не могло быть, это не от тебя. Psychic gifts cannot be real gifts. Экстрасенсы не могут иметь настоящие дары. But what God led him to understand was that he didn't even understand what the gift was. Но Бог не позволил ему до конца понять, в чем же был его дар. He said, "John Paul, you think the gift is the revelation." И John Paul's God said, "John Paul, you thought the gift was the revelation." И Бог начал продолжать к Джон Полу говорить. Он говорит: "Джон, ты думаешь, что это дар откровения?" John Paul, the gift is really the ability to hear revelation. Но дар — это способность услышать откровение. So there are people who have a genuine gift from God. Есть люди, у которых есть настоящие дары от Бога. But because of sin in their lives. Но из-за того, что грех в жизни. Hardness of heart. Или они ожесточили свои сердца. God is not speaking to them like He used to. Бог не говорит к ним так, как Он раньше говорил. But you know, it says that the gifts in the scripture, it says that the gifts and callings of God are without repentance. Вы знаете, что Писание говорит, что дары и призвание непреложны. So if people get a gift from God and turn from God, поэтому если люди получают этот дар от Бога и они отходят от путей Божьих, God does not remove the gift. Бог не забирает эти дары от них. But they, in their search, are desperate to hear. Но как эти люди, продолжая искать, они
по-прежнему слышит. And just like you tune a radio to a different channel, и так же само, когда вы включаете радио и направляете на разные волны, if God has ceased speaking to them because of their sin, и если Бог перестал к ним говорить и из-за греха в их жизни, they turn to a channel and start hearing from another voice, from the enemy. Они, тем не менее, продолжают искать и направляют, ищут волну, и они находят эту волну, которая приходит от врага. But what they're hearing now is not revelation. И что они слышат сейчас, это не откровение Божье. It's not from the tree of life. Это не исходит из древа жизни. Psychics can only hear from the tree of the knowledge of good and evil. Экстрасенсы могут слышать только от дерева познания добра и зла. So we hear from psychics that claim to hear from the dead. Поэтому мы слышим, когда экстрасенсы говорят, что они слышат мертвых, как говорят они. What's really happening is, of course, the devils know what happened with dead people. Что на самом деле происходит? Дьявол знает, что происходит с мертвыми людьми. Почему? There is a network of demonic forces that communicate with each other. Потому что есть связь в демоническом мире, которая они сообщаются друг с другом. So if people are sitting in a séance. Поэтому если люди, которые находятся в сеансах, and asking for the dead to speak to them, и они просят, чтобы мертвые заговорили к ним, and say, give me a sign that this is real. И они говорят, дай нам знак, чтобы мы знали, что это реально. The psychic or medium may say, your grandmother used to call you by a certain nickname. И экстрасенс он скажет так: твоя бабушка или твой там мертвый, кто умер, он тебя раньше называл вот так вот. Your grandmother called you pumpkin, didn't she? Бабушка тебя называла пирожочек мой. And they say, oh, that's so true, that's so true. Он говорит, о, это правда, это правда. But the way that happens is that the demons already know that's already happened because they were there. Происходит. Демоны знают, что это было. Это не откровение. It's not about anything that has not happened yet. Это не то, что что-то произойдет или это, ну, откровение и знание. Это знание от добра и зла. So if you look at what psychics do, и если вы будете наблюдать, что делают экстрасенсы, they never are able to really give true revelation. Они никогда не могут дать настоящее откровение, которое придет от Бога. God speaks of things that are not as though they were. Потому что Бог говорит о несуществующих вещах, как существующими, и они происходят, они приводят действие. The devil speaks of things that were and speaks of them as if they were not. Дьявол говорит как о вещах, которые уже происходило и которые сейчас они не являются. He tries to trick you into thinking it's revelation when really it's just knowledge. Он пытается обмануть вас, что это откровение, на самом деле это не откровение, это знание. But there is an interest in psychics and но есть повышенный интерес экстрасенсам. Многие люди бегут, они хотят знать. Because they're hungry for spiritual things. Почему? Потому что они есть голод о духовных вещах. And if the church is powerless, и если церковь она бессильна, then the church is not able to give them the truth. Тогда церковь не может дать им истину. Is not able to demonstrate God's real power. Она не сможет продемонстрировать Божью настоящую силу. And so people are deceived. Поэтому люди обмануты. But Satan cannot create anything. He's only a counterfeiter. Сатана не может создать ничего. Он поддельник. The creator gives, the counterfeiter steals. Создатель. Satan is not all-knowing. Сатана не является всезнающим. He cannot read our minds. Он не может читать наш разум. The reason Satan knows what tempts you. Почему Сатана знает, что в чем, как ты можешь пасть в искушение? Is because he's tried several things over and over again. Потому что он пытался некоторые вещи делать вновь и вновь и вновь. Until he finds something that works. До тех пор, пока он не определит, что же работает в тебе. And then he tempts you with that. И тогда он посылает искушение. He is not all powerful. Он не всесильный. He is not the creator. Он не создатель.
His power is only limited in intensity. Его сила лимитирована. It's limited in duration. Она лимитирована в действиях. John Paul Jackson ran into a psychic woman who said, "John Paul Jackson, you are wasting your gift." Джон Пол встретился с одной женщиной, которая посмотрела на него и сказала, что Джон Пол, ты зря тратишь свой дар. You are wasting your gift with Christians. You could be much more useful with psychics. Ты теряешь свой дар, находясь с верующим. Ты мог бы использовать свой дар намного успешнее, находясь среди экстрасенсов. She said, "You are very limited where you are." И она сказала, ты очень лимитированный, где ты находишься. He said, "No, I'm not limited. You're limited." Он сказал, нет, я не лимитирован. Ты лимитирована. Because I serve the one who made the one that you serve. Потому я не лимитирован, потому что я служу тому, который сотворил того, которому ты служишь. I'm serving the Creator. Я служу Создателю, Творцу. You're serving a creation. А ты служишь творению. If we do not have confidence that God has a greater power, если мы не имеем уверенность, что Бог имеет больше силу, we are attributing something to Satan that he does not have. Тогда мы как бы поддаем или склоняем сатане, даем что-то сатане тому, что он не заслуживает. Satan cannot copy or counterfeit what Jesus has created. Satan can only copy or counterfeit what Jesus has created. Сатана может копировать или подделывать только то, что Иисус сотворил. Satan can only be in one place at a time. Сатана может быть в одном месте, только в одном месте. So there are many, many demons, but only one Satan. Есть много-много демонов, но есть один Сатана. И он находится в одном месте. Он не может быть везде. Он может быть только в одном месте в разное время. We have made Satan to be much greater than he really is in our minds. В нашем разуме мы сотворили, сделали Сатану намного больше, чем на самом деле он есть. The truth is, when Satan's power meets God's power. Но правда заключается в том, что когда встретится, когда встречается сила сатаны и сила Иисуса, сатана всегда теряет. We do not need to be afraid of psychics. Нам не нужно бояться экстрасенсов. We can hear God. Мы можем слышать Бога. And demonstrate greater power. И мы можем демонстрировать намного сильнее силу. And greater accuracy than the psychics can. И намного больше точность, чем экстрасенсы имеют. We can bring encouragement, comfort, and strength to people. Мы можем принести ободрение, вдохновение людям. And psychics cannot do that. Но экстрасенсы не могут это делать. What we would like to do now? И что мы хотели бы сделать сейчас? Is we would like to. Would any of you like to be able to hear God and be able to speak encouraging words to people? Хотели бы вы слышать от Бога и говорить вдохновляющие слова другим людям? This is possible. Это возможно. We want to begin that training tonight. И мы сегодня хотим начать это обучение. So, what we're going to do is we're going to ask God to speak to us. И что мы сделаем? Мы попросим, чтобы Господь говорил к нам. And we know now that if we ask God to speak to us, if we ask God to speak to us, если мы попросим Бога, чтобы Он проговорил к нам, we will not hear from the devil. Мы не будем слышать от дьявола. God will be faithful to speak to us. Бог будет верен говорить нам. So, when we have this exercise, we're going to be speaking what the impressions that we get to others. It may be the first impression that you get. И после того, как мы разобьемся, мы будем говорить о ваших впечатлениях о других людях, а потом мы будем это оговаривать. Some of you may see a picture. Многие из вас увидят картины. Like a faint picture in your spirit. В вашем духе вы будете видеть картины. Some of you may hear words. Многие из вас услышат слова. Some of you may see words. Многие из вас могут увидеть слова. Or you may just have an impression. Или, может быть, у вас будет просто впечатление. You know, when
Elijah was learning to hear God's voice. Когда Илия учился, как слышать голос Божий. There was an earthquake, and he thought he would hear God in the earthquake. И он думал, что он услышал Господа, когда было землетрясение. But God was not in the earthquake. Но Бог не был в землетрясении. There was a tornado, a whirlwind. Был ураган. And he expected to hear God in the tornado, but God was not there. И он думал, что Бог в этом урагане, в буре, но Бог не был в этой буре. There was a great fire, and Elijah expected to hear God in the fire. Был огонь, и Илия ожидал, что Бог будет в этом огне. But God was not in the fire. Но Бог не был в огне. So, when you hear God's voice, it may not be. Поэтому, когда вы будете слышать голос Божий. It may not be a big thunder. Это может быть не быть большим таким громом звучать. How did Elijah finally hear God's voice? Потому что как же в конечном итоге Илия услышал голос Божий? It was a still small voice. Это был все-таки маленький голос. Those little impressions, the little faint impressions. Это маленький тихий голос впечатления. Don't ignore those and think, oh, that's just me. Не игнорируйте эти вещи, не говорите, а, это просто я. Because that's how God loves to speak to us. Потому что это вот так вот Бог говорит к нам. It's up to us to become sensitive to that. От нас зависит, чтобы мы были чувствительны к Его голосу. All right. So хорошо? What? Okay. Okay. I'm going to demonstrate. So I я need. Я хочу продемонстрировать. I need four volunteers. Мне нужно 4 доброжелателя. Кто? Волонтёра? And here, добровольца. Here's 4 volunteers right here. Вот 4. Thank you. Спасибо, я уже имею. Thank you very much. Спасибо. We're going to demonstrate with the volunteers, then we'll all do it. Okay. Volunteers, I need you to bring your chairs. Волонтёры. Добровольцы, я хочу, чтобы вы свои стулья принесли. A piece of paper and a pen. Бумагу и ручку. Put your chairs in a circle. В круг встаньте. Валентин, вы тоже? Да, 4. We're going to let God speak through us. И мы позволим, чтобы Бог говорил через нас. To other people. Другим людям. Val, could you join us? Yeah, he's coming. Okay. Там на обратный, да. First, one person is going to take a sheet of paper. Первый человек возьмет бумагу. As a matter of fact, everyone is going to take a sheet of paper and write their name at the top. И у каждого из вас будет бумага, и вы напишите свое имя. Okay. Вверху. And each group will have a writer, a recorder. Каждая группа должна иметь одного писателя, который будет писать. The writer will write down the words. Писатель будет писать слова. The words that are spoken. Слова, которые будут озвучиваться. So, if Janice here is the writer. И Janice здесь, она будет писать. Then the person next to her will start. Человек следующий. This will be the receiver. Человек следующий, который рядом с ней сидит, он будет тем человеком, который будет принимать. This is George. George will receive words. Это Джордж. Джордж будет принимать слова. He will receive words from others. Он будет принимать слова от других. Okay. What we'll do is we'll go around the circle. Что мы сейчас делаем, и мы пойдем по кругу. The person on his left will start. He will look at George and say, "When I." И человек, который находится с левой стороны от Джорджа, он будет говорить так. When I look at you, I see. Когда я смотрю на тебя, я вижу. And then you will wait to hear what impression God gives you, and just speak it out. И тогда тот человек будет ожидать от Господа, что что Бог говорит к нему. Now, относительно того человека. You may be thinking, what if I'm wrong? И вы подумаете, а что если я ошибусь? That's okay. Ничего страшного. We're practicing. Мы практикуем.
Мы учимся. What we have found out is that if you'll step out and start speaking. И что мы научились, что когда вы начнете выходить за вот эти барьеры и начнете говорить, God sees your effort and Бог видит. And he will begin speaking through you. Бог видит ваше усердие, и он начнет говорить через вас. He wants to see if you'll step out in faith. Он хочет видеть, если вы перешагнете верою. And just try it. И будете пытаться. So after this person says, "When I look at you, I see." После того, как этот человек скажет ему, когда я смотрю на тебя, я вижу. And speaks words to this person. И когда он говорит слова этому человеку. Then we go around the circle. The next person will look at the same. Потом следующий, когда этот человек закончит, следующий человек будет говорить. And say, "When I look at you, I see." И будет говорить тоже. Когда я смотрю на тебя, я вижу. And give whatever impressions he gets. И будет говорить о тех впечатлениях, которые он видит. Then the next person will look at him and say, "When I look at you, I see," and give. И потом тот человек, который пишет последний, будет говорить, когда я смотрю на тебя, я вижу, и она начинает говорить те слова, которые она чувствует. Whoever is writing, one person needs to be writing all of this down. И один человек лучше, чтобы один человек писал все это. As much as you can. И пишите практически сколько вы можете написать. After everyone in the circle has given words to this person, then it goes to the next person. После того, как этот человек, этому человеку сказали, эта группа, тогда идете в другую группу. He's the receiver. Ой, идете к другому человеку и говорите слова. Okay. Are there any questions? Есть ли вопросы? Всем понятно? Okay. Can I speak in Russian? Sure. Еще раз по-русски. Разбиваемся на четыре человека. Четыре человека в одной группе. Один человек. А? Наташа. Одна группа состоит из четырех человек. Один человек в этой группе пишет. И пишет слова. Ну, послушайте, слушайте. Четыре человека. Есть один принимающий и три человека, которые будут говорить вдохновляющие слова по очереди. Одному принимающий из четырех, один принимающий, три говорят. И первый начинает говорить этому человеку, который принимает. Когда я смотрю на тебя, то я вижу, например, я вижу, что радость Господа на тебе, но вы спрашиваете от Господа, что вы чувствуете в духе говорить вдохновляющие слова этому человеку. И когда вы сказали, это может быть два слова, это может быть чуть больше. И когда закончит один человек, и второй говорит, потом третий говорит. И когда принимающий человек услышал от трех человек, да, на